В этом году юных отдыхающих примут 458 учреждений летнего отдыха. На организацию детской оздоровительной кампании в Курганской области выделено более 270 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов. Стоимость путевок останется на уровне прошлого года. В лагерь дневного пребывания 1206 рублей, в палаточный лагерь 500 рублей, в загородные оздоровительные лагеря 9000 рублей, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия и санаторий свыше 17 тысяч рублей. Глава муниципальных образований взять под личный контроль ситуацию по подготовке, по помощи подготовке всех учреждений, которые будут участвовать в оздоровлении ребят по возможности при поддержке также и финансировании из местных бюджетов. Это допускается, это делать нужно обязательно. Алексей Кокорин поручил главам районов рассмотреть возможность выделения средств на улучшение питания в лагерях дневного пребывания. Как отметила начальник главного управления образования региона Любовь Бабкова, проблемы в сфере питания обусловлены избытком макаронных изделий и круп и дефицитом мясных продуктов. В самое ближайшее времени остается уже немножко, подтянуть ситуацию не до уровня прошлого года, а до реальных показателей, для того, чтобы они все были готовы. И те недостатки, которые здесь вот были озвучены, в частности, по питанию, по качеству питания, их обязательно нужно будет все устранить и привести в соответствие. Особенностью летней оздоровительной кампании в этом году станет увеличение числа профильных смен с 9 до 35. 1800 юных инженеров, военных и спортсменов смогут отдохнуть за городом, при этом занимаясь любимым делом. Мы собираем целенаправленную аудиторию. Это и инженерная направленность, робототехника активно у нас будет развиваться. Также мы работаем с лидерами молодежных организаций. Здоровый образ жизни, патриотические смены, экологические смены, смены труда и отдыха. То есть я думаю, что в этом направлении мы будем развиваться и дальше. Михаил Белокрылов, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов. Информационное агентство «Курган.ру».